Доброго времени суток, уважаемые друзья! Сегодня мы рассматриваем упражнение «Взятие на грудь без разброса ног». В данном упражнении отсутствует фаза без опорного подседа, поэтому на старте ставим ноги чуть шире на ту ширину, на которую разбрасываем при взятии классическом. Данное упражнение очень хорошо учит правильно подворачивать локти, работать трапециями и держать руки свободно. Также отучает от лишнего топота и прыжка. Данное упражнение можно выполнять в двух вариантах – в низкий сет и в полуприсед. В обоих вариантах старайтесь производить съем ногами, держать угол и накрытие. И самое важное – в подрыве свободно работать трапециями без отрыва ног от помоста и быстро подворачивать локти. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение на технику с небольшим весом, не более 70% до 3 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, мое видео было полезным, и теперь данное упражнение вы сможете в полной мере использовать в подготовке. Как всегда, не стесняйтесь задавать все свои вопросы в комментариях. Всем здоровья и удачи, друзья!